Привет, с вами Виконста. Выскочил я сегодня на рыбалку в центре Донецка. Подумал и решил, не поеду я ни на какие платники. Сварил манно-гороховой каши, взял рюкзак с удочками и решил сегодня попытать счастье на втором городском ставке. Людей, как видите, нет. Время 1:30, взяли небольшой тормозок. Ну и так посидим, кайфанем на природе, отдохнем. Последние солнечные деньки, осень в самом разгаре. Посмотрим, будет ли у нас клевать рыбка. Видели, какие кувшинки? Прям цветут. Красиво. Вот белые, светло-розовые. Вот, в принципе, будем сейчас распаковываться. Ловить будем на кук медовый. Ну и может какие-то другие будем пробовать вкусы. Пенопласты. Манно-гороховая каша в приоритете, так как на любой водоем, если вы приезжаете, то нужно пробовать все. А манка с горохом — это такая универсальная прикормка, от которой карась просто в восторге. В общем, сейчас будем распаковываться. И всем приятного просмотра. Разложился. Три палочки поставил. Использовать буду сегодня обычную кормушку в форме арбузика. Вес ее 40 грамм. Два крючка. Ну и в принципе сюда кашку будем забивать и вешать куки. Местечко здесь прикольное, хорошее. Вымостка отличная. Кидать где-то буду на середину водоема, так как там максимальная глубина. Ну а там будем смотреть уже. По насадкам. Как говорил ранее, буду использовать куки разных вкусов. Будем пробовать на всю. Также можно будет подцепить и обычный потом пенопласт. Берем два кука и насаживаем на крючки. Чик. И чик. Сюда медовый поставим на крайнюю. Тут будет укроп. Не знаю, ощущает ли рыба вкусы, запахи, цвета. Это все загадочно. Ну, будем пробовать. Что нам еще остается делать? Это же лучше, чем дома сидеть. Вы сейчас сидите перед экранами. Взяли чего-то вкусненького и наблюдаете за процессом. О, клюет уже. Это то я дернул. Все, вторая есть. И третья. Давайте поставим сюда горох. Тут когда-то давно я видел, что карпов хороших тягали. Под 2 килограмма где-то. Здесь у меня арбузика не было. Я поставил обычную кормушку. Так, запомнили, где что стоит? Если рыбу не впоймаем, в любом случае ролик будет на канале.
немножко отдохнуть, посмотреть на уточек, на природу. В общем, кайфануть. Сейчас, конечно, жара еще, но я вышел так, чтобы попасть на вечерок, на закат. А там посмотрим, если клевать не будет, то какой там закат. Теперь по каше. Еще приготовил я вот такой тормозочек. Все самое необходимое. А здесь у нас манна гороховая. Кашка. О, блин, еще горячая. Смотрите. Это сегодня варил. Хорошая консистенция получилась. Классная. И забиваем в кормушку. Ну, чтобы покрывало грани. Сильно много смысла тоже нет забивать. Так, первая есть. Берем вторую. Здесь маловато взял. Я крючки не вставляю в саму кормушку. Ну, кто делает как. Я, в принципе, привык так ловить. И берем еще прикормочки. Забиваем сюда. О! Все. Готово. Дистанция у нас небольшая, поэтому будем кидать в рукавицы обычной. То я напальчник свой забыл. О, давно я уже не ловил здесь. Давным-давно. Так, первая есть. Как раз центр водоема. Глубина здесь небольшая. Все, кормушка на дне. И ставим на подставку. Все. Подтянем чуть-чуть. Здесь у нас запуталась крючок. Все. Вторая тоже есть. Ой, как летит классно. Тут не замахиваешься. Дальше центра улетает. Главное не перекинуть на ту сторону. Так, вторая есть. Сейчас подтянем чуть-чуть. Все. И третья. Чуть левее. Все, три штучки есть.
Ну что, будем ждать чего-то. Я надеюсь, что клёво. Что по поклёвкам? Минут 40 уже стоят палки, два раза перенаживлялся. Ни одного тычка я не услышал. Так, ну если не клюет, значит, что мы делаем? Правильно, делаем перекус. Обед у нас будет такой не сильно насыщенный. Два яйца, лучок и вот сало. Одно сало копченое, а второе обычное. Это я все брал на Соловках. Ах, оно еще подтаяло немного. Ух ты, аж уже слюна бегит. Так, ну что, не будем сильно вас дразнить. Плюс еще вон кот пришел. Кс-кс. Иди перекусишь. Всем приятного аппетита. Ну а я тоже подкреплюсь немного. Потому что на природе кушать охота. Кот, ты идешь сюда? На, сальца покушаешь. Понравится тебе или нет? А ну. Кот. Ух ты. А ну поделись с подписчиками, как тебе? Вкусно, да? Еще хочешь? Ну на. Близко не подходит, боится. Ой, ладно. Блин, какое же оно вкусное. Давайте, всем приятного аппетита. Я с котом все сало доел. Он там бегает. Но боится подходить. Так, перекусили немного. Сижу уже 2,5 часа. За это время не было ни одной поклевки. Не знаю, с чем это связано. То ли с моей удачей, то ли с погодой. Как на рыбалку не выезжаешь, так все время не клюет. Просто подумать, сколько денег вкидываешь в прикормку, в наживку, ради чего? Покидать удочки, покайфовать. Ну, ради этого, наверное. А рыбу я так и не увидел. В принципе, что, будем собираться домой. Особого смысла я не вижу дальше сидеть, так как если было что-то, уже клюнуло. Будем ждать более летной погоды. Почаще выбирайтесь на природу. Желательно ловите рыбу, а не так, как я. Ну и всем спасибо за то, что просмотрели. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.